А я до 8 добрым делал. Дал, как я зашел. У нас еще, блин, школы, садики закрыли на карантин в городе, блин. Не знаю, как по всей России. Но... Сейчас, сука, температура 3 дня уже 37 держится и не падает. Сейчас Ну, правда, не сбиваю еще, блин. Коронавирус, Элбрил, все. Да, Элбрила в муж, чтобы у нас тут не сидел, не заражал. Нет, при коронавирусе температура под 39 сразу же поднимается. Ну вот, считай, это у тебя начало уже начало. Слишком холодно, кстати, на улице же у нас тут похолодало. А у нас снег выпал. Слишком быстро остываешь. У нас плюс 5. У нас сейчас снег идет, блин. Ну, у меня тоже, у меня снег идет и сразу тает. Не, у нас метель. Мокрый снег называется. У нас, короче, пиздец. Все машины буксуют, блядь. Снег рыхлый, сука. Все тает. Подрубаю стрип. Да, а можно сделать, короче, ты можешь так сделать, чтобы в Дискорде, когда ты стрим подрубаешь, у тебя звук ШВ был? Хуй знает, что так можно? Да по-любому. Вон у Адмирала спроси, он там шарит в этих компьютерных штуках. Компьютерных штуках? Бля, я твой фанат. Уже. Где подписаться? На компьютерные штуки. У протовара на груди подпишись. Вибл что, пойдет там? Нет? Вибл позовите. Пускай заходит, мы суммонимся уже на рыбу. Я в ОКХМ хочу. Да, ну... Сейчас за час завязку закроем и просто пойдем в ОКХМ. Бля, я куда я побежал? Да, и потом пойдем Алару убьем быстро. На 10 минут отошел. Там, нам там нужно без меня помните, если что? Ребятам выбивать. Так, Кирс, да. Блин, бесконечно. Надо, Кирс. Амир, блин, у тебя опять голос поменялся. У тебя офицерские права, тебе надо лут раздавать, а ты отходишь. Ставьте рыбу, пожалуйста. Кто может. В одно тело досуманивать. Библ, ты что, пойдешь, нет? За эску. Дайте почту. Библ, шкаф стоит. Поставила. Я тебе шанс уснул, давайте быстрее собираться. Ты не спал сегодня? Снова? Я только лег, и меня на работу вызвали. Вот я пришел с работы. Леха, лутер надо другой. Он отошел к Кирсу 10 минут. Я сегодня спал от силы час. Слышишь, Леха? Поэтому... Дай войду этого, добычу распределения. Если что, кричите. Ништяк. Тыкнус вон. Да, будь в танке. Ну, спек, это, будь в танке сейчас, пока что. Будь в танке, на трэш, на этом, босс чек на пул. Сбафайте ханта. И рыбу ешьте 10 секунд, начинаем. Коровы нету. Какой коровы? Да кон АФК сказал же. Кирс 10 минут подойдет. Убрал. Войд, покричи тогда на ап. Чек. Тут я тут. Уж я на босса уже встану, там ДК в 4-5. Любой из ДК вставайте на босса, остальные на трэш. Хотя бы ветер у него есть. Торт. Библ, че, бичекасок даже нет, да? Нихуя нет, крик на АП дал.
Буду тебе каски через два босса. У нас Дайте. Демона нет и касок нет. Торт. Давайте, поехали. Торт. А что ты там сказал, отойдет, да? Че, похилите пока без нее, ничего, хотя это водометом убьет. А стволка есть попа, да? Короче, отчет на пул. Где он у меня? Ловите рыбу. Отчет на пул, ловите рыбу. Это припод, что удочку закинуть? Да-да, чтобы фишбот запустить. Это, не, это лучше... Сначала приманку кидать нужно. Это, вот видел, это... я поймал. Все тихо. Как спортивная рыбалка. Танки желательно стоять, чтобы мы до вас дотягивались. Вот звездочку не достает. Гера будет. Шаг, осторожно. Яблочко не достает. Под морду трешаку не лезем, тупо. В воде отворачивай. Чего вы не смогли в одну кучу поставить танки? Три стражи всего выходит. Thank you.
Мейн спек. Идите с воды, идите дальше. Оф спек рольте. Так, сейчас, одну минутку. Спек вам на рот. Ты-то у меня. А чё ты заходи? Стоишь вроде как бы... Этот, наручи. Вместе в пульсе, откидывая самый зал просто, дальше всех. И следил, блин. О, спек наручи. Мейн спек тапки. Че это, элем? Если там какое-то ГП надо начислить, сейчас зайду уже. Угу. Оф спек тапки. Погнали дальше. Там если есть у кого-то клиенты, то это... На Лока все свободные куски. На Шамана фоны же 100% свободны. Руки под вопросом. Сейчас найду. Али, да у кого там микрофон скрипит? Агрим. Будьте хорошенько пачку. И один танк там. Просто решение проблемы на Эдик с адмиралом. Мутишь у себя и все. А, что так можно? Да. Какой там моб? Я на них. Ты микрофон, блять, выключай, когда там хуйней страдаешь. Окей. Люди иногда кричу, прям телефон притирать, как больно. Это как ДВшники и этого Женька подъебали, говорю. Этот, если твоя жена стонать будет, у нас слышно всегда. Идем. И стой, жунанчик. Чё большого? А, я твою траву спиздил. Сори. А ДКшка я был в рейде в заявке или нет? Я вот не помню. Кто помнит? Я бы анхоликом зашел бы, поднял бы ДПС тут локом. И... Там надо видос смотреть. Бля, анхолик престол фапает на 1000-2500 локами. Лёха, я билд нормальный видел. Силой как раз на 2 вкачанный по фросте. Не про фроста, а про анхолика. Не, я про анхоли, помнишь, ты говорил там
тратить, этот, не достаешь. Ну, силы, сегодня, тяжело. Сегодня, без шмота меланхолика, вот, на орке, 17 тысяч ДПС. Но это вообще без шмота меланхолика. Я знаю, шмот у меня хосты просто даже нет. Ну, силы нету, у меня 90% арпа. Надо и демона, и анхолика в рейд обязательно всегда, чтобы... Это, ну и понимаешь, причем... Это Сирус все, блин. Это интересная игра за анхолика, и... очень. Не, анхолик апает вообще хорошо, прям, особенно с ФПшек, прям. Надо подождать. И локов тоже апает. Большое, большого танка, да, большого танка, словите. Он нормальный. Заберите просто. Долорес будет балдеть, если анхолик будет в этом в рейде на Африке. Почему это я буду балдеть? ПС повысит. Вроде 10 будет. 20? Открою вам тайну, там 30. Чего вы там говорите? Какие проценты? Про чё вы? Да, блядь, болезни 30% он увеличивает. Ну так у себя же. Нет. Нет. Там 13% ой, магического урона дается дебаф на цель кокуса, вы, ну, например. Да. Или как но там именно на болезни еще идет. Лёха, личку прочти. Блять, просто это Сирус, вот и все. Люди в этом не виноваты. В том, что нету классовых рейдов. Тупые усилки там и подобное. Ну, блять. Вока хэм вообще. Пока не агрите дальше, рестни людей. Не с теми, не с тем. Бесите. Ну, ты еще не первый так, так что рано еще в этом году. А, я понял. Вот я свой первый выбор, по-моему, на первой хате у меня пустая. Капец. Знаешь, как я рад был. Да я тебя понимаю, я полгода играю и не видел ничего, тоже правда. У меня знакомый играет 3 года, ни одного появления. Вставай, Элоя. Заходишь на ПД там классно, сколько игра 4-5 дней. Лёха, ты тут? Да я сказал окей. Давай, давай, вперед, танки, вперед. Время дают деньги. Боевой клич про товары. Стаки спада. Вон сбоку за колонной трэш. Захиливаю. Это очень хорошо для рейда. Неликс, ты просишь без уважения. Бля, Галорус будет прям благодарен тебе за это.
Да мне похуй, черн-тролль, не ведись на эту хуйню, он тебя байтит. Ну еще у палатки могу себе отогреть. Три танка, давайте, давайте. На слепце Монрот в кота, 2 ДК танчика. Сделай себе одну пульт танка. Сделаю как-нибудь. Режь дерог, пожалуйста. Будем одного, ну серьезного, ребят. Что? Так и будем одного убить, серьезного, ребят. Ну что, у меня солдат один дома. Дайте веру мага зальем. Я сейчас приведу, стойте тут. Ловите. А ну-ка, я бегу уже. Осторожно, на рейд идет трэш танки. Осторожно. Ловите. Еще идет. Коника-саботажник. Пулевым на танк, прощение. На полку. Хотите каску суманить? Редкость паладина. Да? Где это без паладина вообще? По фурике то же самое. Это. Лёх, что ты утро там забери или кир сюда, или сам. Это самое. Сейчас я возьму утро, да. Так, что там на бах? Ничего, сейчас гляну. Нажмите на шкаф. А трэш там почистить, да? Да, да, все почистили. Ой, нажми. Рыбу ставлю. Стоит. Этот, ты на П даешь, я каски. Так, тут шея выпала буешная, где ты? О, Леха, у тебя же сапфир есть, да? Да. Ебани-ка сапфир, я надену этот талисман. Сейчас. Кирс в рейде же, ты чего? Сейчас его суманит. У меня сапфир есть, меня не могут суманить, потому что Библ в инсте остался. Он вышел из сети. Суманить еще раз. Библ должен офнуться там на пару.